Это Кэри Грант. А почему это не очень красивое имя? Вот это. Назовите имена отца, сына и кассовые сборы фильма «Святые выходные». Кэри Грант – персонаж, с которым я должен быть очень осторожен в том, как его воспринимают. Мы говорим о самом замечательном парне в мире. Вы же не собираетесь разбить мне сердце, не так ли? Возможно, так оно и есть. Я случайно наткнулся на эту штуку. Спасибо вам, Нью-Йорк. Завтра я никуда не поеду. Я собираюсь остаться здесь и стать звездой. А какой у тебя акцент, малыш? Я говорю по-английски. Все в порядке, спасибо вам. Следующий. Я провел большую часть своей жизни, задаваясь вопросом, кем я должен был стать. Ты скоро поймешь, что все мы в этом городе чувствуем слабость, мой дорогой. Не так ли, Гэри? Я никогда не отпущу тебя, Арчи. Ты знаешь, что с тобой не так? Нет, что именно? Ничего особенного. Папа, когда же я наконец увижу маму? Еще раз. Я скоро вернусь, обещаю. Нет, пожалуйста, не надо. Я хочу домой. Значит, в реальной жизни иметь такого глупого ребенка, как я, это нормально, но в Ла-Ла-Лэнде это заставляет тебя выглядеть нелепо. Ты носишь Гранта. Только не для вас. Просто апельсиновый. Никто, кто когда-либо заботился обо мне, никогда не смог бы так поступить со мной. Заткнитесь. Моя дочь Дженнифер, безусловно, является моим лучшим продюсером. В каком долгом путешествии мы с вами побывали? Теперь я точно знаю, кто я такой.